весь этот микрорайон ходил сюда. И здесь было очень весело. И всегда мы с удовольствием сюда ходили. А то, что перенесли, сделали плохо. Я в 36-м живу, добираться до Вахитова. Мне проще сюда было прийти. Тут аккуратная, ровная площадка и хорошая гора. Дети катаются на большой горе. Для тех, кто здесь живет, это, наверное, плохо, потому что здесь всегда был детский городок. И интересно было и детям, и маленьким, и взрослым. И все выходили на Новый год на эту елку. А теперь куда-то далеко. Ну, я даже не знаю, мне детей жалко, у которых не будет новогоднего городка.